Здравствуйте, с вами Елена Грамма. В этом видео я покажу простой флористический дизайн, украшен стразами и хромовым пигментом. Итак, приступим. Выполняю аппаратный маникюр. Алмазной фрезой тонкий тупой конус поднимаю кутикулу и обрабатываю боковые валики. Фрезу держу параллельно ногтевой пластине и работаю в одном направлении, без надавливания. Шаровидной насадкой счищаю кутикулу. Алмазной фрезой большой цилиндр шлифую кожу вокруг ногтя и боковые валики. Удаляю пыль и протираю ногти антисептиком. Покрываю базу и отправляю сушить лампу. Покрываю ногти ярко-фиолетовым гель-лаком, а средний пальчик покрываю белым и отправляю в лампу сушить. Дублирую слой гель-лака. Черным гель-лаком без липкого слоя рисую веточки и просушиваю в лампе. Дизайн на безымянном пальчике посыпаю пигментом. За счет того, что основной цвет гель-лака с липким слоем, а веточка нарисована гель-лаком без остаточной липкости, получается очень интересная текстура. Покрываю глянцевым топом, а дизайн на среднем пальчике покрываю матовым топом и просушиваю в лампе. Промазываю лепестки веточек каучуковой базы и украшаю стразами и бульонками. Просушиваю в лампе. Глянцевым топом закрепляю стразы. Покрываю топом остальные ногти. Просушиваю в лампе. Наш дизайн готов. Наслаждайтесь результатом. Ставьте лайк и обязательно подписывайтесь. До скорых встреч!